Иногда мы даже не задумываемся о тех предметах, которые нас окружают, и в нужный момент даже вообще не знаем их названия. Сегодня мы спросим у краматорчан, знают ли они значение некоторых слов. У нас такой вопрос, что такое, вот как вы думаете, что такое ятаган? Первый раз слышу. Ну а как вы думаете, что это может быть? Может, группировка какая-нибудь. Кто-то говорит, что это оружие. Может быть, это оружие? Ятаган может. Да. Да. Я тоже не знаю, что такое ятаган. А кипер, не знаете, что такое? А, знаю. О, а что это такое кипер? Не, это нормальное слово. Там, где все отдыхают. Не, это кипер. Да, кипер. Кипер – это такая кожаная штучка на ремне. Да. Вы знаете, что такое пистончик? Пистончик. Я вам намекну. У меня он есть. Вот на мне есть пистончик. На вас, да? Да. Я затрудняюсь. Есть охотничий пистон. Больше я не знаю, что это пистончик. Ну и там еще. Ну не буду же говорить это вслух. Это вот такая вот штучка на шнурочках. Да? Да, называется пистончик. Ну слава богу. А что такое воблер? Не знаю. А какой ассоциация какая-то? Рыба. Не знаю. Может, тоже что-то из спа-процедур, нет? Нет, вот что-то это не с рыбой связано. Нет, такого точно не знаю. Не знаете? Нет. Это мужчины пользуются, но не все, но некоторые. Это наживка для спиннинга. Что такое шугаринг, вы знаете? Шугаринг? Слышал, но не припоминаю. Ассоциации нет никакой? Даже не знаю. Шугаринг, если быть точным, это, сейчас скажу, эпиляция, сейчас расплавляют сахар и с ним, короче, делают вот эту вот смесь, потом накладывают на кожу и убирают волоски, да, но эпиляция сахаром. Сахаром? Никогда не сталкивался. Нет, шугаринг – это что-то другое. Где-то слышал это слово, но не знаю. А что такое портупея? Вот, портупея – это уже поближе. Так, сейчас. Это, по-моему, что-то с сумкой связано, как-то ближе к этому, да? С портупея. Вот это вот, по-моему, то, что полосочками такое красивое, на грудь накладывают и... Для оружия, как говорится, чехол. Ну, почти, да. Вот видите, вы знаете. Да я все знаю. Раньше военное оружие носили, а сейчас... Аксессуар девушки используют сверху одежды. Шпулька – это, как вам сказать, шпулька – это пуговица. Ну, я не знаю, даже шпулька. Типа заколка, может, какая-то? На это у швейной машинки там такая штука. А, да, у швейной машинки. Совершенно. Это деталь швейной машинки. Совершенно верно, да. Я не знаю. Что-то набрашь, это расческа, что-то срасчесывать. О, да. Может быть. Может быть. Спасибо большое. Пожалуйста. Берите себе на заметку, изучайте значение слов и расширяйте свой лексикон. С вами ваше мнение.